Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики. Хотел бы вам рассказать про сезон 2018, об моих интересных охотах, трофейных щук. Но эта щука не трофейная, но она очень интересно поймалась. Сейчас вы увидите, как она просто зацепилась за хвост линем. Рванула, как угорелая сначала, порвала себя, а потом запуталась линем за хвост. У меня такое было впервые. Здесь тоже не трофейная щука, но ночью я никогда не встречал щуку, которая охотится. По крайней мере, сколько я охочусь. Вот посмотрите здесь. Пожалуйста, ночь после 12. А у нее во рту сорожка. Сейчас вы увидите это. А теперь перейдем к экземплярам покрупнее. Вот я охочусь на озере. Здесь нашел, ну, такую примерно, около, думаю, 5, может, 6 килограмм щуку. И смотрите теперь, какая реакция у щуки. Просто быстрее выстрела. Это, конечно, было, блин, не знаю, я немного был шокирован. Такая скорость у нее. Сколько раз уже себе говорю, что в камышах, где много малька, всегда есть крупная щука. Сейчас вы это увидите. Притом глубина здесь, наверное, около метра. Вот. Да, сразу. Очень быстро стартануло. Здесь муть после нее. Щука примерно килограмм на 8. По-моему, было, если не ошибаюсь. 7-8. Можно с ней повозиться. Немножечко. Здесь тоже снова камыши. Разрак хороший. И снова обратите внимание, малек. Я сразу начал медленно плыть, очень тихо, потому что понимал, что где-то рядом стоит крупная щука. Щука примерно была, наверное, килограмм на 3,5, на 4. Притом на этом озере больше щук мы не брали, сколько бы ни ездили. К сожалению, не удалось снять выстрел. Включил камеру позже. Прозрак тоже был не особо хороший. Это, по-моему, мы на Волге стреляли. Да, на Волге точно. Ну, такая хорошая щучка, килограмма на 4, на 5. Сейчас вы увидите. Ну а сейчас самое интересное. Моя охота, на которую мне повезло. Вы видите, да, как стрела торчит необычно. Линь возле щуки, а стрела сломана. Почему самое необычное? Потому что, к сожалению, пока мы шли к озеру,
Я подскользнулся, упал и сломал стрелу. Вот видите, да? Где бегунок, прям видно. Вот еще. Бегунок просто возле наконечника плотно сжался. Сломался фиксатор бегунка. И я стрелял как будто из лука. С веревкой. Сейчас вам наглядно все продемонстрирую. Щуку, кстати, наверное, 15-20 за ней плавал. Камыши меня затянуло по полной. Догонял, бил ножом. И в итоге вот я наконец-то забрал. Очень хорошая щука. Больше 9 килограмм. Сейчас вы наглядно увидите. Вот, пожалуйста, бегунок. Видите, там базовая стрела. Буквально на одном лепестке он за кишку зацепилась. Поэтому я очень долго возился, если что, ее взять. Вот здесь сейчас расскажу. Вот сразу видно, видите, да? Стрела свобода. Вот. Вот здесь видно. Поэтому пришлось за ней повозиться, попрыгать. Ножом бахнуть в голову, чтобы остановить ее. Ну, красавчик такой. Красавчик. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем добра, друзья!